Хочу сказать, в подъезде по улице Зины Моресьевой, дом 11А, в первом подъезде, уже на протяжении 2 месяцев парит из подвала паром. Неприятный запах фекалий и мочи. Течет конденсат по окнам. Мокрые стены, потолки, открытые окна. Несмотря на то, что зима и минус. В подъезде живут маленькие дети, пожилые люди. В подъезде невозможно находиться. Данная ситуация у нас на каждом этаже. Все окна открыты. Обращались в коммунальную службу, управляющую компанию. Никто никаких действий не производит. Сломалась входная домофонная дверь. Теперь она у нас постоянно. Аналогичная ситуация и в квартирах. Мокрые стены, потолки. Течет прям. Вот течет. Вот. Жаль, здесь еще открыто.